течение многих лет Борис Александров возглавлял региональное отделение театральных деятелей России, являлся депутатом Законодательного собрания Ульяновской области, руководил кафедрой актерского искусства Ульяновского государственного университета. После того, как перестало биться сердце великого актера, чтобы увековечить память о нем, в регионе стали проводить фестиваль «Александровский сад» и вручать стипендии его имени. В этом году стипендию имени Бориса Александрова получил артист Ульяновского драматического театра имени Гончарова Александр Курзин. Сертификат актеру вручил губернатор Сергей Морозов. Вот так постепенно из памяти, связанной с гражданским поступком Бориса Владимировича, когда он не только выступал здесь, но и делился щедро своим талантом, мы одновременно переходим и к большому, очень интересному этапу памяти Бориса Владимировича, когда здесь, на этой сцене, являются люди, которыми гордится наша замечательная область. Александр Курзин работает в драматическом театре всего второй сезон, но за это короткое время успел сыграть много интересных ролей в разных спектаклях. Среди них огромный резонанс получила постановка «Оскар и розовая дама», где Александр сыграл за главную роль. Александр Курзин также исполняет роль Володи в спектакле «Семья Ульяновых», который проходит в стенах Дома-музея имени Ленина. Этот проект был поддержан Министерством культуры России. Директор Ульяновского драматического театра Наталья Никонорова от имени всего коллектива поздравила актера с наградой и пожелала ему успехов. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.